Чё, Серёга, я открываю третий глаз, приспускаю штаны. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, режим аниматроники пугает охранника. Серега, поздравайся. Всем привет. Ну что, Серега у нас сегодня будет показывать, как нужно играть за аниматроника, а я буду показывать, как нужно играть за охранника. Поехали. Надо внимательно смотреть. Знаешь, Серегу? Серега очень хитрый жук, он может прийти неожиданно. Два тогда, чтобы у меня было, как обычно мы играем, одна дверь будет открыта. Угу. Только ты, Серега, пощади меня. Сразу не убивай меня резко. Так. Насколько я знаю, у него есть классные анимации. Нет, это у другого. Эй, ты что мне тут свои ноги показываешь? Эй, не надо. Ой. Ноги вонючие. Вонючие ноги. Иди отсюда. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, открываем. Слышу, кто-то там уже топотит своими ляжками. Давайте внимательно посмотрим. Подозрительно тихо. Я знаю Серегу. Что-то здесь не то. Слышу, с этой стороны! Отлично, я успел. О, что-то за музычку он такую издает. Ничего страшного. Она мне не понравилась сразу. Мне тоже не понравилось. Серега, не получилось тебя обмануть меня. Давай, попробуй меня как-то обмануть по красоте, а я буду очень внимательно слушать. Ребята, напишите в комментариях, сможет ли Серега меня обмануть в течение 5 минут. Я надеюсь, что не сможет, потому что я профессиональный игрок по Гаррис Моду. Я слышу, а я тебя увидел. Ребята, я его увидел. Эй, я тебя и вижу, ты что пролетаешь? Я тебя вижу, хитрый жук. Это способность. У Сереги новая способность. Хитрожопый балунбой. Так, отли... Да как так быстро, Серега? Ну ты ж думал, я думал, ты какое-то время мне дашь повыживать. Я тебе дал минуту. Да какая минута? Так не должно быть. Ты обманул меня. Ладно, кто написал, что Серега меня обманет, он обманул. Но он знал, что он это сделает. Хитрый молодец. Отлично. Мне это нравится. Открываем калитки все. Напишите в комментариях, сможет ли у меня 2 раза обмануть за 5 минут. Так, отлично. Потихонечку все у нас хорошо. Я сейчас буду очень внимательно играть. Вот прям... Хотя бы, Серега, дай мне 2-3 секунды, чтобы я успел дверь закрывать. Так резко забегать. Ну то, конечно, ты хитрый жук. Так, смотрите, что он делает. Бежит. Опа, не получилось. Не-не-не, Сережка. И чё, ты пердишь тут своим телом? Смотрите, какой он красавчик просто. На кого-то он похож. На кого он, ребята, похож? И чё? Давай, обманывай, попробуй. Так, стоит. Ну и чё ты чайник своим тут пищишь? Улетел. Открываем. Отлично. Внимательно смотрим. Внимательно. Так, если он будет невидимый, получается, я его увижу с помощью тени на стене. Правильно? Правильно. Что-то я очкую, пацаны и девчонки. Аккуратно. Так. Нет. Так, где-то он бежит, вы слышите? Ну, я не вижу где. Ну, слышу. Так, вот вроде с этой стороны. Нет, с этой. А! Да, я успел! Блин, ребята, это было так близко. Это было очень близко. Я тебя обдурить хотел. Не-не-не, Серега, не получилось. Все идет по плану. Все у нас отлично. Я вижу! Да как ты попал? Ох ты шо, я так пропадею. Ты когда ты, блин?
Ты маленький чилибиздрик. Я чили-колобака. Ну чили-колобака, ну не пугай меня так. Я так дернулся, это трындец просто. Серёга. Я хочу, чтобы ты дергался и боялся, я обосрался. Да я вспотелу. Жопа потеет, когда ты так делаешь. Вот и правильно, что похудеешь. Ты ж не вес набрал за зиму. Где? Вон, у тебя пузо торчит. Да какое пузо? А, ты у охранника имеешь в виду? У Спанч Боба. Ребята, кто хочет с нами записывать ролик, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Да я же тебя придавил, ты же сказал, что 1-2 секунды будешь давать, Сережечка. Ну все, а ты уходи. Я тебя боюсь, ты какой-то очень стрёмный чилипиздрик. Ой, все правильно, что ты боишься. Ой, это что, кошмарный Фредбер, что ли? Да, Найтбер. А у нас что, они есть, что ли? Понял. О! Это Фредбер. А это Найтмер, два брата-близнеца. А как ты перевоплощаешься? Это магия. О, вне Хогвартс, видишь, молодец. Шаришь, шаришь, мне это нравится. Так, давайте внимательно. Сейчас Серега меня все-таки обманет, я чувствую. Но не до конца. Да он так резко забегает, что не успевает двери закрыть. Какой человек успеет так? Вообще, где ты видел, что во ФНАФе так резко надо было дверь закрывать? Да иди ты в жопу. Не? Видите? Видите? Я его увидел. Хотя я закрыл две двери на всякий случай. Так, одна открыта. А, то на сцене просто аниматроники стоят. Понял. Нет, это я стою. Нет, я вижу, ты их поставил это там. Обманочка, ребята. Это я стою, Дима. Ты просто не понимаешь всей сути. Ты врешь. Специально. О, я вижу, я вижу. Это магическая мангл? Да-да-да, ножички летают. Так, открываем. А, я знал, сейчас опять придет, надо закрыть. Серега хитрый жук. В кого же он такой хитрый пошел? Не знаю, догадайся. Так, ты что там шурудишь? Шипениями. Так, это что у нас тут? А этого аниматроника не знаю, Сережка. Увидишь. Так, давайте откроем все-таки дверь. Пооткрываем. Проветрим. А! Что ты, Серега? Ну ты же сказал, одну там секунду будешь, там не прошла. А этот аниматроник никого не щадит. Да это ты же им управляешь, значит, это ты никого не щадишь. А ты хитрый жук. Fucking shit. Так, давайте еще раз внимательно. О! Я их уже из рубрики «Угадай аниматроника по звуку» всех знаю. Но этого нет. Но именно этого не знаю. А, этого знаю. Это фиолетовый человек. Так. Да хватит мне пугать. Голосами стрёмными. Чё-то я его очкую, ребята, очень сильно. Где-то он там ходит, но непонятно где. Ёкалэ манека... Ну, Серега, ну зачем ты так делаешь? Как я. Молодец, моя школа. Хорошо, хорошо. Сейчас я буду очень внимательно. Очень. Так. Ты мне дашь пощады немножко или нет, а? Пощады не будет. Да дай, пожалуйста, пощаду. Ой-ой-ой. Чего? Я же добрый наполовину. Ай-яй-яй! Слышишь? Ты чё такой злой, Сережка? Ты же добрый говорил, что будешь добрый, а ты какой-то недобрый. Улыбайся. Там, у тебя маска не улыбающаяся. Улыбайся. Слышь, я так дернулся, ну тебя нафиг. Ребята, внимательно. Помогайте мне проигрывать. Опа. Фу, я честно, я вспотел. Я реально немножечко вспотел, потому что Серега как-то меня напугивает. Я приживаю, я хочу закрыть вовремя дверь, а он мне не дает этого сделать. Ой, этого знаю, чилипиздрика. И этого знаю. Тихо-тихо-тихо, слышите этот звук? Вот Серега хитрый, сейчас опять или где-то с жопы выйдет и замочит меня. Не надо с жопы. Какой жопе,
Жопа. А, вижу! Закроем и здесь. Ну тебя нафиг. Где ты? Где ты? Сам не знаю. О, свет можем включить. Я же забыл. Давайте пусть будет свет включенный. Так лучше немножко видно. Что-то потерялся. Сейчас. Во времени? Или в пространстве? В пространстве. Эй! Гай, поп... Не. Попа Рус. Так. Я этого аниматроника знаю. Это СДКФГ. Я успел, да? Я успел. Вроде бы, да. Внимательно. Концентрируемся и смотрим. Открываем. Смотрим. Ну что ты за человек такой злой? А как ты меня напугал? Ты же вроде тебя не было. Я же тебя смотрел, не было. Я за спиной был. Ах ты! Все это время ты за спиной стоял? Да, я стоял и ждал, пока ты дверь открываешь. Ну что ты такой хитрый? Ты стоял прям в офисе сзади меня или за дверью вот тут сбоку стоял? Я за дверью стоял, без двери. Блин, надо было прям смотреть. И что, я прям вот так как дурачок ходил, смотрел и не видел тебя? Ты открыл дверь, посмотрел вперед и зашел, открыл другую дверь. Я в это время уже успел зайти. Че, Серега, я открываю третий глаз, приспускаю штаны. Ну чё ты, где ты, живодер человеческий? Опа, слышите? Скрипение это. Чё-то там нечисто. Так, теперь будем смотреть со спины. Я знаю Серёгу, он теперь будет меня обманывать. Этот хитрый жоп. Сижу в наушниках и головой кручу. Гениально. Ну тебя. Ушел. Молодец. Моя школа. Ну чё ты? Опа. Ока! А, фух, это скример всего-навсего, я живой. Ряд. Все нормально. Ну почему? А, я живой, фух, слава богу. Кстати, ты меня когда пугаешь, у меня бег недоступен, представляешь? О, Серега, а я закрылся. Я знал, я эту дверь открою. Пошел такой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чуть-чуть по очереди бегать в две двери. Нет, я знаю, он сейчас это... Ё-моё, ты что, вообще тю-тю? Зачем же так делать человеку? Так можно и получить инфаркт во время записи. Да ну, отвали! Отвали! О! Это эндоскелетон. Я его знаю в лицо. О, ты чё? Точно, надо снять ролик, какой аниматроник сам... Быстрее всех лазит. И чё? Я ушел. Я слышу, как ты тарахтишь тарелками своими. Я эту дверь открою. Тут жарко что-то в офисе мне. Убежал. Ага. И вернулся. Ах ты хитрый. На дурака, а вдруг, да? Так. Я уже боюсь его очень сильно. Ну, Сережка, ну я тебя вижу, ты вот стоишь, ну ты подлюка такая. И что ты мне сделаешь? Ну тебя, я бегу, я убегаю. Я боюсь тебя, ты сильно мочишь меня. Тебе просто надо было на меня не смотреть и все. Да? На тебя. И что, теперь ты в офисе, я буду как дурачок приходить, открой двери? Эй, впусти меня, это мой офис, я иду на ту сторону. Сережка, ну впусть... Так это я там работаю! Ребята, это же я там работал, меня не пускают теперь. Ну пожалуйста, Сережка, пусти меня на работу в пиццерию. О, привет. Опа, слышите? С этой стороны где-то слышу. Или с этой? Слышь, давай, выходи. Я закрыл там дверь, я знал, что ты придешь с той стороны. Слышите? Подождите, а кто так бегает у нас? Спринтрап так бегает.
Медленно-медленно так бежит спринт-рапушка. Давайте здесь откроем калитку. Блин, Серега! Попался. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!